В ходе бизнес-встречи в усадьбе Гребнева участники получили возможность узнать самые последние новости по текущей ситуации в экономике и бизнесе, обсудить систему стимулирования и меры поддержки предпринимателей, которые необходимы и важны именно сейчас. Коснулись и вопроса импортозамещения. В условиях санкций это более чем актуально. К тому же, по словам Андрея Ковалева, это открывает массу возможностей для реализации идей и перспективных проектов молодых, еще только начинающих свой профессиональный путь бизнесменов. Сейчас, конечно, приходится все это делать в попыхах, быстрее и на порядок сложнее, потому что, к сожалению, международные связи разорваны, станки теперь только китайские, немецкие, итальянские уже нам недоступны, но ничего, мы же россияне, мы прорвемся. Надо сейчас полностью освободить от налогов малый и средний бизнес, дать возможность получить кредиты под 0%, убрать давление всех контролирующих органов. Президент же сказал: дайте свободу бизнесу. Мероприятие могли посетить все желающие. В формате свободной дискуссии Андрей Ковалев ответил на вопросы участников и дал полезные советы, которые кому-то в этот непростой период, возможно, помогут сохранить свой бизнес. Большинство гостей также были рады возможности обзавестись новыми, интересными, а главное, полезными знакомствами. Недавно вступил вот в общество предпринимателей. Очень интересное сообщество. Мне достаточно было пару дней даже просто в телеграм-чате пообщаться с людьми. Я понял, что здесь люди объединяются. Это очень важный момент, ради которого я в принципе сюда приехал. Я ищу единомышленников, людей, которые поддержат, которые зарядят в каком-то вопросе просто словами, действиями, с которых можно взять пример, у которых можно научиться чему-то. Общероссийское движение предпринимателей объединяет не только самих предпринимателей, но и самозанятых, представителей отраслевых союзов и ассоциаций. Его деятельность в первую очередь направлена на создание благоприятной бизнес-среды, защиту прав и интересов предпринимателей. Движение также активно поддерживает развитие молодежного предпринимательства и способствует популяризации малого бизнеса. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.